Добрый день, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня мы разбираем такую тему, что происходит с обманутыми вкладчиками. Те люди, которые подаются на такие, казалось бы, очень заманчивые призывы, очень яркую картинку, и которые ходят на валютный рынок. И самое, что интересно, 9 из 10 ⁇ это те люди, которые уже находятся в отчаянном положении, финансовом, материальном, жизненном. Итак, что с ними происходит? Конечно же, глупость, жадность, да, это надо прямо признать. И третий момент, это отчаянное желание, может быть, подспудное, выйти на ступеньку или на несколько ступеней вверх в социальной лестнице. Потому что финансовая игра, вот то обещание, я пересмотрел кучу рекламы, там идет очень мощный подспудный посыл, что если сейчас ты находишься на какой-то определенной ступеньки. Например, ты работаешь в нашем обществе мифологически, ну, это не самое почетное место. В той иерархии, где ты можешь спокойно подниматься, есть очень интересное положение. Это то, когда ты получаешь приз в состязании. То есть ты показываешь, что у тебя есть какие-то качества, данные, которые превосходят других людей. И финансовая игра – это же некое состязание, это, грубо говоря, спор, кто угадает лучше, то есть чей, чей интеллект лучше, и на это делают упор, что тебе осталось получить некое сокровенное знание, и ты уже будешь там, наверху. И не только по деньгам твой статус поменяется, внутреннее самоощущение поменяется, ты станешь другим человеком. И, естественно, те люди, у которых как раз не хватает интеллекта, чтобы это понять, ловятся на эту удочку несут деньги, они вступают, учатся, я так полагаю, и как я слышал, когда они понимают, куда попали, в какую пропасть они скатились дальше, некоторые из них ну, начинают увлекать других людей, да, потому что очень сильно хотелось перебраться вот туда в другое место. Ну, во-первых, это очень грамотное начало, яркая картинка. Текст, вот эти ролики, они, они очень точно попадают в желание этих людей. Да? Дальше. Доброжелательная встреча, прием, атмосфера, множество социальных доказательств, что вот посмотрите наши товарищи, которые тоже как вчера и ты мили двор, а сегодня они уже ездят на Порше ну и вот эти атрибуты успеха, это что же тоже социальное доказательство. Во всех роликах люди очень хорошо одеты, они в костюмах, в галстуках. Это то, что является такими бессознательными маркерами, что с нами хорошо, у нас надежно. Офисы, как положено в центре, круглосуточные колл-центры и так далее. То есть это организация хорошего уровня. Вот это уже внушает доверие. Вот. Одно время их реклама была везде. Да? А если что-то есть в СМИ, то опять же в массовой мифологии. Значит, правительство или кто-то там наверху это одобрил, это разрешили, это хорошо, там все будет в порядке. То есть, опять же, да, маркер доверия есть. И дальше очень грамотный ход, что есть вот это большое обещание. И кажется, это нужно сделать огромный скачок. Но дальше, у нас же в мифологии тоже есть одна из ключевых сказок, какая: о Емеле, который сидел на печи, ничего не делал только рыбку поймал, вот ему повезло, да, вот этот элемент, что вот повезло и вот поперло, если говорить русскими словами, русским языком. Вот здесь то же самое, что а вот тебе повезло, вот всем остальным не повезло, тебе повезло, потому что ты пришел к нам, мы о тебе позаботимся, мы тебя научим, у нас есть вот эти сакральные знания, которые тебя вознесут на вершину, давай. И люди, конечно, в это верят. Потом, естественно, вовлечение. Что такое вовлечение? Это принцип последовательности. Мы знаем из социальной психологии, что если человек что-то делает раз, два, три, намного труднее потом от этого всего отказаться. То есть человек уже отучился две недели, он уже заплатил за это какие-то деньги. Ну как теперь не выйти на биржу или на эту игровую площадку? Я уж не знаю, как там реальная биржа или имитирует. Как теперь не поставить ли свои собственные деньги? Ну уже трудно пойти назад, да? То есть с каждым шагом как бы человек вот как там коготок попал, и вся птичка увязает. Шаг за шагом люди вовлекаются дальше, 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 дальше. Вот так. Социальная инженерия работает, отлично работает. Один из самых простых приемов, к сожалению, мало кто пользуется, потому что все сделки, все покупки – это эмоции. Это дать себе время, остыть. Потому что эта сделка – это обещание такого будущего это надежды человека переполняют. Вот если хватает ума, не знаю, силы воли, терпения, взять паузу, отойти в сторону, выдохнуть, подумать. Вот если они так все шикарно обещают, а почему так много людей, которые этим не воспользовались? Раз, да? Почему я никого не знаю лично и до этого не знал, кто бы действительно там вознесся на вершину, а потом пришел бы и сказал: "Ребята, да, я вот там на, на этих на валютных парах поднял кучу денег, например, да?" Третье. С чего это я думаю, что разоряются крупные международные банки? Вот мы же слышали, сколько этих скандалов было. Enron, Legman Brothers, когда они сыпятся, да? это люди, которые специально учились, занимаются этим. И тут мне обещают за две недели научить, <laughs> и я стану королем. Не кажется ли, что это слишком нереальное обещание? Вот па пауза, да, чтобы остыть и посмотреть на это критично. Не слишком ли много? И почему так? Нет ли за этим, за этим чего-то еще, что я не замечаю или не хочу замечать? Вот, наверное, это самый простой совет и понятный: остыть, остыть, потому что как только мы сделали шаг, другой третий с каждым шагом возвращаться намного сложнее. Ну, прежде всего нужно признать реальность, признать, что я и так потерял слишком много, и что те займы, долги, может быть, те люди, которых я тоже пытаюсь сюда вовлечь это потери, которые будут еще больше. То есть не терять больше, чем я могу. Вот самое главное становиться, да, эти деньги я уже потерял, но я собираюсь потерять еще. А там же всегда надежда отыграться, но все равно подняться, подзаработать, вот это. Вот. И если трудно самому решить, конечно, есть смысл обращаться за профессиональной помощью, потому что да, как я периодически говорю, профессиональная помощь – это то, что значительно сокращает время, экономит кучу нервных клеток, денег, а иногда и жизнь. Вот. И грозные симптомы в таких случаях — это то, что человек тратит денег больше, чем он зарабатывает, это то, что у него рушатся э, семейные отношения, социальные связи. Это должно настораживать каждого. Вот. Ну и смена настроения, что у меня то надежда, то отчаяние, то надежда, то отчаяние. Как раз этот маятник позволяет выключать интеллект, позволяет выключать критичность. И как раз люди, которые очень хорошо умеют моделировать чужое поведение, тем самым своих жертв затягивают потихонечку дальше, дальше и дальше. Вот так.